я нахожусь у здания главного корпуса РГУ нефти и газа имени Губкина, где учусь на первом курсе магистратуры в рамках целевой подготовки программы «Газпромпереработка Благовещенск». Мне нравится учиться на моей специальности, и в дальнейшем я планирую применить полученные знания на Амурском газоперерабатывающем заводе. Я поздравляю всех студентов с нашим праздником и желаю успехов, новых открытий и достижений.